разведка – это не эксклюзивная профессия. В этом переменчивом мире точно должно быть что-то постоянное. Любовь сама по себе – это уже событие. Художником меня не назвать, в общем смысле, и в то же время вроде как бы это достаточно прикольно. Сначала изучи, а потом учи. Пишу просто, и я пишу, как говорю. Вот книжка вот стоит, да я еще в руках не держала. Если книгу переиздают в третий раз, значит, это кому-нибудь нужно. Я написал эту книжку, знаете, для чего? Чтобы встретиться с вами, дорогие друзья. Приятно с вами быть, хорошие вопросы задаете. Скажу честно, если бы это было не мое выступление, я бы на него сегодня не пришел. Может быть, тогда не будем разговаривать с людьми, а просто начнем фоткаться. Поэтому заходите сюда, любите это место. Вот, я сюда тоже регулярно приезжаю с очень приятными чувствами. Это торговый дом «Библиоглобус» Пашмир!